Приветствую вас, уважаемые друзья! Хочу поделиться с вами одним очень вкусным и быстрым рецептом рыбного пирога с крекеров. Для этого нам понадобятся 3 пачки крекеров. Я вот взял такие со вкусом лука. Можно брать со вкусом сыра или ветчины, а можно взять сразу 3 разных пачки с 3 разными вкусами. 2 средних моркови. 2 средних луковицы и грибы. Все это пассеруем, прожариваем и уже в готовом виде ждем, когда остынет, для того, чтобы приготовить пирог. 5 мелко нарубленных яиц. 250 грамм сыра, предварительно натертого. И 2 баночки тунца. Можно использовать сардину, можно использовать скумбрию, но с тунцом, на мой вкус, на мой взгляд, получается лучше всего. И пачка майонеза. И начинаем все это поочередно слоями укладывать на слои крекера. Слой номер 1 – это у нас рыба. После того, как разровняли рыбку, немножко смазываем все майонезом и делаем второй слой крекеров. Второй слой – пассерованная морковь, лук и жареные грибы. Третий слой – яйца. Третий слой – сыр. Вот, друзья, очень быстро
получился такой вот вкусный пирог. Вы только представьте его вкус. Такая вот тонкая нотка тунца, жареной моркови с луком, грибов и сыра. На этом, друзья, видео заканчиваю. Рекомендую обязательно приготовить и попробовать вам этот салат. Можете лайк сразу не ставить, а поставьте его, пожалуйста, после того, как приготовите. Надеюсь, вы не разочаруетесь и не пожалеете об этом.